Я занят там, где энтропии нет, а нет ее лишь в чистом духе. Где есть идея, не остынет свет, реальность Бога повитуха. Я понедирик напишу на тепловую смерть вселенной. Ты была самой вдохновенной. Привет вселенной малышу. Тебя, дородную эльфийку, так и догрыз без энтропийка, войдя в неистовство тревожные в цвет и вкус Термодинамики Берсеркер с тобой упокоен в метре, где музыка абстрактнейшая из искусств. Итак, это была Энигматоника 2.11. Энтропия. Почему я выделил энтропию в отдельный сонет, выделив его из науки, искусства, религии? Потому что крайне-крайне важное понятие которая нас будет волновать в ближайшие минут 10 разбора этого ДНК сонетов. Итак, я занят там, где энтропии нет. Как мы знаем, энтропия есть везде, везде в материальном мире. Есть остывание чашки с чаем, но никак не ее нагревание посредством получения энергии из воздуха. Также мы знаем, что реальность, время течет в одну сторону стрела, и никак не может быть повернута вспять. Так вот, я занят там, где энтропии нет, а нет ее лишь в чистом духе. То есть это исключительно духовная такая воображаемая, визуально проживаемая субстанция, дух, чистый дух, в котором, например, находится текст этого произведения, этого стихотворения. В нем же происходят все ментальные, мыслительные процессы, в нем находится идея, и следующая строка, где есть идея, не остынет свет. Вот интересно, как может остыть свет. Но по таким аллюзиям и метафорам, связывающим нас свет, скажем, с огнем, с костром, с пламенем. Пламя может остыть, может погаснуть, а свет нет. Потому что свет это абсолютная штука, которая распространяется везде, по всем направлениям, мгновенно. Он есть везде и сразу. Наука нам говорит, что скорость света конечна, она какая-то там определенная. Мне кажется, что это, не знаю, я скажу сейчас, наверное, бредни какие-то метафизические, но мне кажется, что скорость света, она абсолютно, абсолютно бесконечна. Как бесконечность, как вечность. Об этом, кстати, уже говорили. Сонета в соответствующем венке сонетов первой энигматоники, свет. Так вот, реальность Бога-повитуха. Ну да, Бог есть, так сказать, если рассмотреть Бога как Творца, который извлекает, рождает эту реальность, материальность. А ему помогает в родах кто? Ну вот повитуха. Причем же она, что интересно она помогает самой себе явить саму себя из недр небытия. Именно там, где есть идея, потому что идея, я как наивный материалист, идеалист, а на самом деле солипсист, максималист, считаю, что идея первична. А раз так, она рождает всю реальность, является повитухой Богом. И следующее четверостище, мне кажется, оно одно из самых шедевричных, если можно так сказать, само себе в этом венке сонетов. Я панигирик напишу на тепловую смерть вселенной. Ты была самой вдохновенной. Привет вселенной малышу. Ну, панигирик, что такое? На смерть пишется, да? То есть какое-то восхваление, славословие этой вселенной. А что такое тепловая смерть? Такое-то самое явление, которое нам... К чему приводит, собственно говоря, энтропия, и, возможно, когда-нибудь приведет эту Вселенную к краху, когда планеты, звезды остынут, превратятся в одну однородную массу, и тогда считается, что произойдет тепловая смерть Вселенной, Возможно, что как только все сравняется в одну однородную массу, так сразу же произойдет новый большой взрыв, стартанет, рванет новая сингулярность, и мы получим Вселенную номер два. Например, в точке вечного возвращения по Ницше и прочих философов, которые об этом мечтали, грезили, думали и передали нам свою такую идею. Ты была самая вдохновенная. Ну, естественно, потому что мы другой и не знали, в принципе, да. Существует ли другая вселенная? Есть, конечно, идея о существовании параллельных вселенных, но та, в которой проживаю, например, я, естественно, самая вдохновенная. И следующая строка не менее любопытная. Привет вселенной малышу. То, о чем мы говорили. То есть, если тепловая смерть, вселенная мать умирает, то тут же, скорее всего, зарождается вселенная малыш. Привет, вселенная малышу, мы тебя приветствуем. Тебя дородную да, эльфийку. Ну да, она у нас такая крупная барышня. Более того, у меня есть было давным-давно еще такое высказывание. Вселенная барышня энтропического поведения. Что значит энтропического поведения? Это значит, что ей удобнее вести себя энтропически, скорее разлагаться, чем становиться. И в этом плане само явление жизнь, жизнь, которая противостоит энтропии, она складывается из разнородных, там, органических и неорганических химических соединений, она растет, она живет, она более того рождает из себя новую вселенную. Так вот, тебя, дородную эльфийку, большую, крупную нашу, так сказать, вселенную, так и догрыз без энтропийка. Да, он ее съел. Он просто скушал, и она остыла. Она передала свою энергию в пространство, прошло рассеяние, войдя в неистовство, тревожный цвет и вкус. Ну, конечно, скорее всего, смерть сопровождается агонией. Опять мы, конечно, о смерти, о какой-то гадости говорим. Тем не менее, что можно еще сказать, кстати, к слову об этой самой энтропии? Возможно, она имеет отношение к понятию зла. Возможно, что вот именно материальность, материальность, имеющая склонность к остыванию, рассеянию энергии, к дезинтеграции сложных структур, поскольку, как мы знаем, даже биологическая жизнь, она живет, но потом-то она все равно приходит куда? В прах прах, разлагается. Более того, существует новая теория сравнительно, которую я даже прочитал у гражданина Дэна Брауна. А потом, как выяснилось, он, конечно, ее спионерил у одного британского, кстати говоря, ученого, о том, что само явление жизни, оно противостоит энтропии только локально. Ну, то есть прорастает, что-то там собирается, информация усложняется, усиливается, укрупняется. Вот. Но если взять проявление жизни в своей массе, там, скажем, в планетарном масштабе, то они только ускоряют процесс эволюции, процесс уничтожения. То есть они помогают злу, тому самому бесу энтропийки, как я его называю, дезинтегрировать, приводить Вселенную в состояние тепловой смерти, как это происходит? Ну да, то есть живые организмы прорастают, живут, но тем не менее, таким образом они быстрее, быстрее перерабатывают окружающую реальность и приводят ее там в прах, в перегной, в какую-то там нефть, какие-то там каменноугольные такие вот вещи, залежи, тем самым более эффективно поглощая там, энергию природы, как мы знаем растения питаются чем минералом водой а главным образом светом поглощают но ну, также еще co2 вот таким образом они более эффективно перерабатывают светом солнечную энергию таким образом они и размазывают по пространству распределяют и уничтожают энергию света ерила самого нашего ну, как бы родного и любимого божества по крайней мере в равноверии в природной вере русских людей, которым я себе в принципе отношу и таковым являюсь. Так вот, этот бесэнтропика, это жизнь, возможно, наш человеческая жизнь в том числе ест, питается этим солнцем и его переводит, извиняюсь, в навоз. Слава Ерилу, на самом деле. Спасибо ему за, за все, за то, что он дает возможность каким-то образом питаться, перерабатывать, черт с ним. Но тем не менее, дает возможность увидеть Солнце, посмотреть на себя. Это реальный Бог. А не кто-то там, где-то там, когда-то, где-то прилетевший и обещавший вернуться. Так вот, термодинамики Берсеркер. Мне самому нравится это словосочетание. С тобой упакуем в метре. Но опять же, это говорит о том, что там термодинамика. Главная вещь понимания энтропии и термодинамики берсеркер это, возможно же, тот же самый нас без энтропии, который, как нашу реальность привел к тепловой смерти, к сожалению. Вот, а я занят там, где энтропии нет, в чистом духе. Мое ментальное состояние, мое там, духовное, скажем так, жизнь, мои мысли, они не подвержены энтропии, они вот живут сами по себе. Мое я живет. Ее черт не берет. Никакой бес, никакая энтропийка. Это, грубо говоря, изящно изъ... изъясняясь. Где музыка абстрактнейшая из искусств. Мы переходим к наиболее красивому, элегантному, возможно, сонету, который так и будет называться музыка. Ну и теперь, по доброй сложившейся традиции, мы разберем картинку Глеба Павловича Дегтярева, посвященную понятию энтропии. Итак, что мы здесь можем наблюдать? Ну, во-первых, конечно, мы наблюдаем гражданина, сидящего в кресле с бокальцем красненького. То есть, таким образом, классическим образом ведущего тот самый энтропический образ жизни, попивая покуривая, культурно разлагаясь, ничего не делая, ну, так скажем, возможно, отдыхая от каких-то трудов, как отдыхает сам Бог. Но при этом в своей каком-то окне, возможно, он видит некий закат, а возможно, он видит взрыв звезды, красной звезды, возможно, это какое-то суперново взрывается. И таким образом человек Попивая красненько, наблюдает не что иное, как тепловую смерть Вселенной. Привет, Вселенная, малышу. Это именно то, о чем я и говорил ранее. Вот так это дело происходит в представлении художника и меня. Всем спасибо, всем добра.